Здравствуйте, это ТАЙ-ТВ, и мы находимся в самом центре Атриума Назарбаев университета. Здесь состоится самое большое событие весны – празднование Наурыза. Настроение очень праздничное. В самом центре Атриума расположена ярмарка, где можно приобрести казахские национальные украшения и сувениры. Из каких ингредиентов состоит Наурыз Коже? Ну, я знаю, там есть кумыс, потом тесто вроде. Давай, помогай. Там еще есть рис, айран, по-моему, зерно. И еще, так, два вида мяса, кажется, не знаю. Какие основные ингредиенты на Наурыз Коже ты знаешь? Мясо, потом рис. Можно рис, но все, да, там есть перловка, но все семь разных, это соль, вода, это все входит в это. Какие национальные игры вы знаете? Асык, тоғызқұмалак, тызқу, аркан тарту, кол күресу. Расскажи, пожалуйста, про своего коня. Мой конь – это лучший гнедой конь, которого мы могли найти в нашей степи. Какие национальные игры вы знаете? Кызку. И все, наверное. Это то, что меня интересовало. Сымрайлар. Албастар. Привет, как тебе угощение сегодня? Привет, угощение классно. Честно говоря, знаешь, столько много людей здесь и столько много разных блюд. Чувствуется атмосфера праздника. Привет. Как тебе угощение сегодня? Очень вкусно. Смотрите, я почти все съел. Какое блюдо понравилось больше всего? Ну, не знаю, но я только плов ел, поэтому плов понравился больше.